Сереж, вот скажи мне, а ты все свои дела завершил? Ну, практически все. Ты к чему это спрашиваешь? А к тому, что сегодня у нас Покров. А раньше крестьяне к этому дню старались завершить все свои дела и сделать все заготовки на зиму. У тебя как с этим? Ну, у меня прекрасно. У меня рядом с домом супермаркет. Сходил и делаешь заготовки каждый день практически. Какой кошмар. Вот, посмотри следующий сюжет и послушай, как проводили праздник Покрова наши предки. Может быть, научишься хоть чему-нибудь. Покров в старину был особенным праздником, ведь покровительницей Руси была Богородица. Считалось, что если в этот день выпадет снег, то зима настанет через 40 дней. К холодам готовились, собирали остатки урожая, чинили конюшни и хлев, а еще готовились к свадьбам. Присматривались к невестам, поэтому Покров в старину еще называли свадебником. В это время гости в дом, а потому первая новая мука и прочее. И, конечно, позволительно поста нет, и поэтому позволительно было печь разные пироги. Вот и я испекла ватрушки, что в гости главное. А главное – это невеста на выданье. И вот эта невеста к этому времени собирала, значит, вот этот сундук имения. Пойдемте, я вам его покажу. Имение – это приданное, которое очень интересовало гостей не случайно. Содержимое сундука многое могло рассказать об избраннице, какая она рукодельница и мастерица. Полотенце, скатерти, простыни, платки и сарафаны – все ручная работа. Родня и подруги могли помочь собрать приданое, если к Покрову сундук был недостаточно полон. Полотенце можно назвать письмом из прошлого, ведь каждый узор символичен. Главный рисунок здесь ромбы. Ромб – это земля, а внутри ромбы черточки получаются, или паутиночки, или как зернышки. Это значит полотенце на плодородие, то есть каждое полотенце, оно о чем-то рассказывало. Эта работа принадлежит ярославской мастерице. Как правило, орнаменты, украшающие полотенце и скатерти, не менялись, а заимствовались у старшего поколения. Узоры как бы передавались по наследству и отличали пашихонскую вышивку от ярославской и ростовской. Ближе к 20 веку на одежде и полотенцах стали вышивать буквы, чтобы подчеркнуть – невеста знает грамоту. Лев и дерево являлись мужскими символами, цветы – виноград – женскими. Виноград – символ рая, символ сада, символ мечты человека – попасть в рай, на седьмое небо. И вот, значит, символом рая, уюта, уют, который создавал рай в доме, это была будущая молодуха. Поэтому вот на этом полотенце подавался пирог со стороны невесты. Полотенцами на свадьбу украшали окна, столы, иконы. Потом все имение складывали обратно в сундук и уже доставали на праздники, чтобы молодая хозяйка могла дом украсить и работой своей перед гостями гордиться.